Ах, лето! Лето так же разнообразно, удивительно, виртуозно и заразительно, как музыка, которая никого не оставляет равнодушным. Да, именно музыка объединяет нас и помогает нашим мечтам стать реальностью. И для этого нужно совсем немного, просто слушать свое сердце и иногда позволять ему петь, как это делает наш следующий летний автор-исполнитель. Музыкант, актер, член Союза писателей России, народный артист России, художественный руководитель киноконцертного зала «Эльдар» Олег Медяев. И все это чудесное мероприятие организовано благодаря его усилиям, его инициативе. Спасибо большое! Всей команде привет! А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными, плешивыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы. А с чем бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара вала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы. Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся. Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Извините за грустную ноту, но, конечно же, не хватает таких людей, как Эльдар Александрович Рязанов. Он обычно тут сидел в этом ряду с краешку, и Владимира Высоцкого. Действительно, какая бы была встреча. И Булат Шалыч Куджава, вечный, мудрый, и к которому мы всегда обращаемся. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит.
везде, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, люди дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. Спасибо, дорогие друзья. Но сейчас выйдут люди помоложе, они местные. Это группа «Ирония судьбы». Вот вы эти аплодисменты, пожалуйста, для них. Группа «Ирония судьбы». А мы еще вернемся. Соединим все провода и споем что-нибудь веселое. Рюдьярд Киплинг в переводе Самуила Маршака, музыка Виктора Берковского и Мориса Синельникова. Длинных острых ягуаров, броненосных черепах. Ну а солнце
нежной Бразилии, Бразилии моей, какое изобилие невинных зверей. И злые курсы давни всегда по четвергам сюда уходят плавание в далеких берегам. Будто они Бразилию, 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 и я хочу Бразилию в далеких берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по мою туда. Thank you.
спасибо, дорогие друзья. Сегодня выступал Филипп, мой средний сын. Но вообще-то он постеснялся играть тяжелый рок для такой аудитории. Вот а у нас, как у него, не получится, но насколько получится, потому что в зале есть любители тяжелого рока. Мы хотим всех. Вот, видите, поэтому эта песня для вас. Так, секундочку. Чуть погромче мне гитару. Это же тяжелый рок. Снежный, как здорово, что все мы здесь, всего.
все мы здесь сегодня собрались, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце забеглись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Олег Ильич, господа, позвольте. Нет. Ну это не финал. Еще разве финал? Все-таки вот, молодежь потом уходит за кулисы и плачет. Они взрослые мужики, но когда так, вот как-то, знаете, обычно, когда фестиваль какой-то заканчивается, там все включают вот эти фонарики, у всех же есть телефоны. Я понимаю, что это дорого, вот эти зарядка, там все. Вот, но давайте по-человечески как-то сейчас возьмем, как жахнем. Мы тогда пить кофе. Да, попейте пока. Не, ну хотя можете подпеть. Выходите все. Приглашаем всех участников велоконцерта на сцену. Уже лучше. Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. Озявшим прохожим по лицу, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. Разводом метрополитена по большой разноцветной руке. Там сейчас после Нового года на память заграничных гирляндах и расщедрилась мама природа. Так что с ней бесконтрольно летит и крещенские слезы метит. И такая стоит небогода, что гаишники накоченели, и полгорода в пробках стоит, и кто-то пит. Крепитесь, люди!
Спасибо, друзья! Руслан Мазитов! Вот какая